Иногда такое случается, что ты ни разу не видел человека в жизни, но он тебя притягивает. Ты наслаждаешься его голосом, мыслями, смехом. И этот момент, момент разговора, делает вас очень близкими, какими-то дорогими людьми, которые обязательно должны встретиться. Вы можете обсуждать совершенно все. При этом мозг дает четкую картинку, что это все будет. И это возможно. Например, ты закрываешь глаза, и раз, вы уже пьете кофе. Через пару минут вы бегаете по берегу моря. Или едете в трамвай, который оранжевый, как лето. Это такое притяжение, которое вызывает положительные эмоции, улыбку, повышает настроение, заставляет куда-то стремиться, что-то делать, чтобы в будущем увидеть этого человека в жизни и сказать ему лично «Привет».